как нож мне в спину забрали грин, и следователь стал меня главней. Я понял, что на ну, покажите мне хоть форточку весну. И вот опять вагоны, перегоны, и стыки рельс отсчитывают путь. А за окном в зеленом березки и клены, как будто говорят, не позабудь. А с насыпи мне машут пацаны, зачем меня увозят из весны? Спросил я Катю взглядом, уходим, не надо. Нет, хватит, без весны я не могу. И мне сказала Катя, что ж хватит, так хватит. И в ту же ночь мы с ней ушли в тайгу. Как ласково нас встретила она. Так вот, какая ты весна. А на вторые сутки на след напали сутки, как псы на след напали на шри. И завязали суки и ноги, и руки, как падаль по грязи поволокли. Я понял, мне не видеть больше сны.